Чем выдадут нам боксеры. Итак, гонг, первый раунд. Наконец-то, как говорится. Пошел вперед Владимир. Левая рука на чеку, чуть опущена. Дэвид Хей пытается финтить. Прямо с самого начала начали очень жестко. Вот Кличко так редко начинает. Он прям очень энергичный и прям давит сам с первых секунд. Ну, во всяком случае, пошел вперед, старается работать первым номером. И вот это левый прямой его, это его пушка наготове. Да, очень быстро. Хей. Хорошо двигается, у него великолепные ноги, хорошая реакция. Быстрые руки, еще раз скажу. И он всегда заявляет, что у него очень быстрый, очень сильный удар. Но, правда, я здесь немножко не согласен. Не такой уж сильный. Хороший удар, но он не супер сильный. У Владимира никак не слабее. Я думаю, что Хей не ожидал такого начала. Я думал, что... Он заявлял, что ему нужно такое начало. Я уверен, что Хей думал, что сценарий не поменяется. Как у Владимира боя, как всегда. Будет долго-долго-долго разведка джебом. А все началось намного быстрее. Началась атака джеба. Начался ему пресс. Ему надо подойти на ударную дистанцию, попытаться прорваться и нанести хотя бы один удар в этом раунде. Естественно, он будет пытаться. Очень внимательно. Владимир, посмотрите, как быстро бьет. Но пока все успевает. Вот все говорили о скорости Хея, да? Он все успевает пока, посмотрите-ка. Успевает, да. Ну, свеж пока. Но пока еще ни одного нанесенного удара точного не было. Ну вот, пошел вперед Хей. Пытался сократить дистанцию. Великолепная реакция англичанина. Вы видите, как здорово он уходит от ударов. Не столько даже корпусом, сколько головой. Вот постоянные финты. Хороший бой начинается. Мы действительно, вы знаете, мы боялись всего, но боксеры должны показать именно в этом бою все, на что они способны. Они способны на многое. Впервые я вижу, что Хей успевает уклоняться от джеба Кличко и контратаковать. Первый боксер, да. Все предыдущие, они все натыкались на удар просто-напросто. Великолепная реакция, да? Ну что, кто-то рисканет под конец первого раунда или нет? Я бы на месте Кличко провел бы концовку, потому что... Это он особенно рисковать не будет. Этот раунд будет равным. Угу. Последние секунды очень напряженного первого раунда. Клинч, и сейчас будет гонг. Мы видим угол Эхея, а Мэнни Стюарт сказал Владимиру, что все хорошо, прекрасно. Не надо особенно вестись на его эти. Работай на расстоянии своим джебом. Все делаешь пока нормально. Ну, посмотрим. Интересный был первый раунд. Хотя, в общем-то, ударов мы практически не увидели. Но вот это напряжение, оно чувствовалось. И вы знаете, действительно, Андрей, вы были правы. Мы увидели, что Хей великолепно подготовлен к этому. Да. Сейчас мы видим, что это на самом деле хороший, очень хороший боксер. Потому что по предыдущему бою было непонятно. По бою с Фалуевым, да, там тоже было так. А здесь мы видим все. Попал джеб. Первый раз джеб лег в цель. И первый раз он кинул правую руку. Я говорю про Кличко. Я думаю, что Владимир контролирует ситуацию на 100% и где-то, наверное, с конца этого раунда начнет. Посмотрим. Но тоже видно, что Владимир готов просто на 120%. Да, здесь не нужно катать волынку. Надо начинать и выигрывать. Угу. Уже более откровенно. Здесь вот и тот, и другой. Хей может скрывать удары. Вы знаете, мы это видели в предыдущих боях. Он иногда может посмотреть в сторону, чуть вниз. Как это великолепно Рой Джонс. И наносить удары, в общем-то, не так явно. У Владимира взгляд постоянно под прицелом соперника. Он смотрит неотрывно на него. Успевает, и тут другой.
Пока и, да. И атаковать, и защищаться. Пока боя как такового нету, но все равно красиво. Все равно здорово, интересно. Здорово, здорово. Уровень бокса очень высокий. Успел опять Дэвид Хей. Тоже очень быстрый джеб, но рука короче, намного. Ему все равно нужно подходить. Да, ну подходить безусловно надо. Да, ты. Пока реагирует красиво, здорово, красиво. Да? Красиво. Зрители завелись, зал уже в восторге. Англичанин хорошо финтит. Очень хорошо. Но это его главное оружие. Да, Кличко скорость дергается, финты. Он остерегается этих. Ну вот когда так бросается Хей в свои немногочисленные атаки вперед, чуть-чуть опустив голову, вот здесь, мне кажется, надо его ловить. Есть. Вот неплохо правая пошла в ход. Чем чаще будет попадать Владимир, может, не очень сильными ударами, но постепенно-постепенно он будет должен, наверное, разбивать защиту. И тем самым реакция у Хея должна ухудшаться, усталость будет какая-то накапливаться. Концовка, но очень рационально Владимиру надо расположить свои силы, разложить силы по всему бою. You did everything perfectly, сказал Эммануэль Стюарт. Ну, он, во всяком случае, доволен. Снова нам показывают угол Владимира. Очень напряженный, да, такой бой. С таким подтекстом, с таким внутренним драйвом. Третий раунд. Интересно, как считают судьи? Они же не могут все раунды давать ничью. Да нет, ну, не знаю, давайте не будем забегать вперед. Бой интересный, будем смотреть, как он будет развиваться. И... ну, по крайней мере, по пару нанесенных ударов и точно в прошлом раунде уже было. Сейчас их будет еще больше. Ну, и с одной, с другой стороны, надо сказать. Хороший, длинный, быстрый джеб у Владимира. Но... несмотря на то, что у Хэя рука короче, он все-таки достает. Он чуть-чуть побыстрее. Ну, безусловно, но сама конституция, рост, вес предопределяет. Попал, вот прошел попал вперед, с правой руки. И попал справа. Очень неожиданно. Он замаскировал свою атаку. Немножко расслабился и не успел отойти Владимир. Ну да, так немножко однообразен он был в тот момент. Засиделся. Вы знаете, сказать. А ведь Хей намного меньше-то и не кажется. Я думал, что он будет выглядеть вообще маленьким по сравнению с Кличко. Да нет? Нет, ну он накачанный, атлетичный. Еще раз скажу, 8 сантиметров разница в росте и 13,5 килограмм. Ну, такая уж катастрофическая разница. Сейчас очень опасно пошел в контратаку англичанин. Мог налететь на прямой правой. Ну вот надо Владимиру, да, постепенно пытаться ловить начало этих контратак, потому что в такие моменты он может быть уязвим. Да, но пора начинать тому и другому. Как бы начало, само начало разведка затянулась. Они до сих пор еще не боксируют. Ну, а... они показали, да, свой уровень, что они могут в ринге, насколько они действительно классные боксеры. Ну, а переходить в действие, я с вами согласен, надо. Надо кому-то уже обозначать себя хозяином. Они изначально ринга. Показали в самом начале боя, что они равны в разведке. Вот сейчас, да, следующая такая ступень, переход уже к более конкретному, откровенному, что ли. Вот, ну, он, вот он переход, вперед, да. Выбрасывает удары, и через руки. А вот ответ Владимира. Очень хороший. Рискует. Нужно больше ударов. Владимиру нужно больше ударов. Он достает соперника. Больше работать надо. Сейчас как раз такой момент, когда решается... Андрей, давайте вспомним, где-то в четвертом-пятом раунде начинает вот это выбрасывать больше ударов. Да.
А сейчас только третий. Ну вот это тоже надо делать Владимиру. Это, да, в общем-то, можно получить замечание, но это влияет на соперника.